Добрый день, дорогие друзья! Согласитесь, что именно днем стоит всерьез подумать о том, как спланировать и провести ближайший вечер. Особенно летом, особенно в июле, когда самые длинные дни плавно превращаются в короткие теплые ночи. Выспимся, пожалуй, зимой. А сейчас заварим зеленый жасминовый чай торговой марки «Царский» и начнем программу. Программа снимается при поддержке торговой марки чая «Царский». «Царский чай» – крепкое наслаждение. С историей происхождения традиции чаепития связана довольно кровавая легенда. Якобы один буддийский монах заснул во время молитвы. Пробудившись, он так разгневался на собственную слабость, что отрезал себе веки, чтобы больше никогда не сомкнуть глаз. А из отрубленных век выросли чайные кусты, настой из листьев которого помогает монахам не спать во время молитв. Легенда может быть и вымыслом, а вот целебные свойства зеленого чая с жасмином – истинная правда. Только его нужно правильно заваривать, а именно трижды перелить напиток из чайника в чашку и обратно, и сразу же пить с медом и лимоном. Да, зеленый жасминовый чай в летнюю жару и впрямь придает бодрость. Появляется желание работать, и не просто, а творчески. Вспоминаются мне далекие 80-е годы. Тогда попасть в рестораны системы «Интурист» можно было лишь по знакомству. А особенно модным был тогда ресторан «Братислава», что возле метро «Дарница». И поныне красавец-отель своим респектабельным видом придает солидности парковой зоне Левобережья. Кажется, что все экономические и социальные бури обошли Братиславу стороной. На самом деле все не так. Были и бури, и проблемы перестройки, а вывел свой корабль из всех штормов бессменный капитан и талантливый руководитель. Шановні кияни та гості нашого міста, готельний комплекс «Братислава» – це готель, де всім добре, як удома. У нас 366 номерів та ресторан вищого класу на 450 місць. Чотири зали для проведення міжнародних конференцій, симпозіумів та нарад. Ласкаво просимо до нашого комплексу. В отеле «Братислава» комфортное проживание обеспечено всем. Ценовая политика весьма демократична. Можно поселиться в уютном одноместном номере за 98 гривен, а можно и в люксе за 500. Главное, есть выбор, причем достойный. Сервис в «Братиславе» на уровне. Горничные милы и отзывчивы. Прямо на этаже есть уютный бар, где ассортимент любимых напитков поспособствует дружеской беседе. А в стоимость номера включен и завтрак. На выбор. Шведский или европейский, который стоит, кстати, 15 гривен, состоит из сыра, колбасы, масла, сока, йогурта, булочки, чая или кофе и горячего блюда на выбор. Столь сытные и недорогие завтраки популярны не только среди проживающих в отеле, любят их киевляне. И правда, почему бы не заехать перед работой? Шведский стол – предмет особой гордости гостиничного комплекса «Братислава». Именно здесь эта услуга появилась впервые в Украине. Теперь, понятно, шведским столом не удивишь никого. Можно лишь порадовать качеством блюд. Все приготовлено не просто вкусно, а очень вкусно. Булочки с пылу с жару, овощи, фрукты свежайшие, а выбор блюд фантастический. Есть все, что душе угодно, даже морковные котлеты имеются. Хлеб в Братиславе не покупной, свой собственный, прямо из пекарни. Еще тепленькими булочки подают гостям отеля и ресторана. А мастера-кондитеры готовят пирожные и торты по-братиславски. Вкусные, красивые и недорогие. Пекарни есть во многих ресторанах, а вот пивоварни далеко не у всех. Очень хлопотное это дело – варить живое, без консервантов, душистое пиво. И тут мало знать технологию. Используя лишь чистую воду и качественные ингредиенты, очень важно уметь пиво почувствовать. А уж это, конечно, талант. Хотя братиславские пивовары готовы со всеми поделиться своим опытом. Надеюсь, вам понравился наш гостиничный комплекс. А я приглашаю вас в ресторан «Братислава», где ожидает вас гостеприимство, радушие и вкусное блюдо. Приходите к нам.
Многие ценители только сюда приезжают на лучшую в Киеве котлету по-киевски, которая, кстати, стоит 25 гривен. А банкетные блюда Братиславы достойны наивысших оценок. Москаленко Екатерина Ивановна не только главный технолог, но и главный изобретатель кулинарных шедевров. На столе бастарма и мясной рулет собственного производства, а три богатыря – блюдо удивительное и сочетанием трех видов мяса на крутоне и богатырским выходом порции. Деловые люди нынче все тщательно взвешивают. И вот для многих из них очевидно, что арендовать конференц-зал для проведения семинаров наиболее выгодно в Братиславе. Потому что, кроме прочих услуг, слушатели здесь накормят вкусным комплексным обедом. Да и товарищеский ужин можно заказать. А в большом зале ресторана свободно сядет 250 человек. Кроме большого, есть еще и элитный зал, где интерьер и сервировка безукоризненны. А синий зал как нельзя лучше подходит для деловых переговоров. Вообще днем в Братиславе правит бал бизнес. Но лишь наступит вечер, залы меняются, как по мановению волшебной палочки. Мягкий свет, тепло и уют располагают к отдыху. Для людей азартных – традиционный релакс-казино. Для ценителей красоты и острых ощущений – профессиональное шоу танцовщиц. А для всех без исключения – хорошая музыка, под которую с удовольствием могут потанцевать представители всех поколений. Потому, не боясь показаться старомодным, танцуйте себе на здоровье в ресторане «Братислава». Слушайте любимые старые песни. И кто бы что ни говорил, лишь бы в удовольствие. Viva la vida, viva Victoria, viva! Аллея – милейшее заведение, где первое впечатление без учета порванной скатерти в пятнах просто отличное. Ну, не встретят вас, ну, парковки нет с сервировкой, ничего. Учтивость официанта перекроет весь негатив. Хотите рыбки? Ради бога. Только закончилась правда. Тортик? Нет проблем. Но минуту назад доели последний кусочек. Работаем, работаем долго, до последнего клиента. Правда, в 10:30 кухня тщательно моется и уходит почевать. Чек? Да пожалуйста! А зачем? А что вы, собственно, ели? Да, собственно, ничего и не ел. Ну, идите с богом. Тортик будет завтра, заходите. Вот примерно такой диалог. Но тортик на следующий день все-таки меня ожидал. Программа снимается при поддержке торговой марки чая «Царский». «Царский чай» – крепкое наслаждение. В названии экзотического ресторана вьетнамской кухни «Лонг Фионг» заключены два символа. Лонг – дракон, а Фионг – священная птица Феникс. Это, собственно, ответ на вопрос, заданный директором ресторана госпожой Лан в прошлой передаче. А вот она уже вместе со своей очаровательной дочкой встречает победителей. Их оказалось двое. Алеша Захаров, 10 лет, он пришел вместе с братом. И Александр Иванович Марчук. Отведать экзотическую вьетнамскую кухню пригласил супругу Надежду Петровну. А уж повара во главе с шефом по имени М постарались на славу. Приготовили гостям самые лучшие и популярные блюда из меню. Очень полезный салат по-ханойски из пророщенных побегов сои. Кальмары, фаршированные вьетнамскими грибами и свининой. Банкетное блюдо из курицы-черепаха в саду готовится только по предварительному заказу. Для дорогих гостей-победителей как раз кстати. И подано очень эффектно. А еще плов из морепродуктов. Рыба в кисло-сладком соусе, ароматная и пикантная благодаря корню лимонника. Тигровые креветки в пиве и креветки с початками молодой кукурузы. Одним словом, пир на весь мир. Вот таким гостеприимным и радушным оказался вьетнамский ресторан «Лонг Фионг». «Блэк Оранж» покорил. Это история сказочного диалога с премилейшей официанткой. Не знает она, несчастная, какой вкус у блюда, признавшись, что их родимых кормят тут только борщом.
На попытку дать чаевые милое дитя удивилось так, словно речь шла о свадьбе, и с наивной простотой предложила чаевые отнести директору. «Директор, у вас прекрасная кухня и работают замечательные люди. Ну покормите чем-нибудь еще официантов. На борще-то всю жизнь уж слишком по-украински». На площади Льва Толстого на 8-м этаже бизнес-центра «Киев-Донбасс» не так давно закрылся ресторан «Конкорд», 5 лет успешно проработав. И буквально 2 недели назад там же открылся новый ресторан с таким же названием. Итак, «Конкорд» закрылся, да здравствует «Конкорд», то есть согласие и полное взаимопонимание между ценителями ресторанных изысков и создателями нового заведения. Первое отличие от прежнего «Конкорда» – это релакс-интерьер. К услугам гостей и открытая терраса, где они могут отдохнуть, не обращая внимания на проблемы большого города, оставшиеся далеко внизу. Второе отличие – это цены. В новом «Конкорде» они весьма демократичны и рассчитаны на людей со средним достатком. Третье и самое главное отличие – это креативная кухня. О ней подробно пойдет речь в следующей программе. А пока поверьте на слово, она восхитительна. К тому же у вас есть шанс выиграть ужин в ресторане «Конкорд». Для этого нужно дозвониться к нам по телефону и дать правильный ответ на вопрос, что такое креативная кухня. Есть 3 варианта ответа. Креативная кухня. Первое. Это когда гости приходят со своими продуктами и готовят на кухне ресторана. Креативная кухня – это соединение изысков кулинарной культуры Франции с безудержной фантазией Востока. И В – это когда блюда подаются на эксклюзивно расписанной посуде. Приз за правильный ответ – ужин на двоих в нашем ресторане. Желаю удачи! Программа снимается при поддержке торговой марки чая «Царский». «Царский чай» – крепкое наслаждение. Яркое, интересное по стилю архитектурное сооружение, наверное, единственное украшение улицы Зоологической. Вроде бы и не центр города, а популярность японского ресторана «Токио» в Киеве достигла своего пика и продолжает расти. Дело в том, что при создании этого ресторана были очень правильно расставлены акценты, и Токио практически сразу стал законодателем высокой моды по части японской кулинарии не только в Киеве, но и в Украине. Бесспорным преимуществом ресторана Токио является дизайн самого здания и интерьера. Хотя основной секрет успеха – это кухня и мастерство поваров, носителей кулинарных традиций Японии. Йошихиро Фудзивара-сан за 3 года стал почти что киевлянином. Любители суши приходят к нему в гости, усаживаются у суши-бара и начинается волшебство приготовления. На основе риса, сырой рыбы и сушеных водорослей Йоши может приготовить множество разнообразных и непохожих блюд с разными вкусовыми оттенками. Например, хендроллы вроде бы как суши, тунец и лосось сырые, рис вареный, а нет – умеет Йоши добавить нечто величиной с изюминку, и блюдо приобретает неповторимый вкус. Коллега Йоши, Тайода-сан, тоже родом из Японии, работает на тепане. Это стол, одновременно плита, где еда готовится перед клиентом очень быстро и сохраняются все полезные вещества. Например, хибачи рис с креветками. Готов за считанные секунды. Также можно сделать и морепродукты, и мясо, и овощи. Дети в полном восторге от искусства повара тепаньяки. Ведь в основе японской кулинарии лежит древняя философия любования. Японцы сначала едят глазами. Не менее важным является украшение подаваемых блюд. У японцев есть поговорка: как человек не может появиться в обществе голым, так и еда. Не согласиться трудно, потому что соответствующее оформление пищи является неотъемлемой частью национальной эстетики. Достаточно лишь взглянуть на хвост омара с фруктами, чтобы убедиться в этом. В ресторане Токио экзотический салат подается не с традиционным для японской кухни соевым соусом, а с любимым украинцами майонезом. Правда, привезенным из страны восходящего солнца. И готовится он с добавлением яиц летучей рыбы. А основа любой еды – это рис и мисо-суп. В том случае, когда добавляется пшеничная лапша, суп называется удон-микс.
на вкус ничего общего не имеет с привычным для нас, потому что пикантность придают и водоросли, и грибы, и креветка. Японцы утверждают, что жаркие летние денечки легче пережить с едой, приносящей ощущение прохлады. От себя добавим, если еда подается на свежем воздухе. Летняя площадка ресторана «Токио» – это не просто большие зонты, столы и стулья. Здесь присутствует частичка уникальной философско-эстетической системы осмысления природы как универсальной модели мироздания. Благодаря этому любой японский сад содержит в той или иной степени звук абсолюта. Так или иначе, а летняя трапеза по-японски на открытом воздухе – это особое удовольствие. Вам предложат и креветки, и овощи темпура с лапшой из гречневой муки, и, конечно же, традиционный ромовый пудинг с фруктами. Вечер, проведенный на летней площадке ресторана «Токио», принесет отдохновение душе. А любование бесконечной красотой природы достойно японской поэзии. В саду, где раскрылись ирисы, беседовать со старым другом своим – какая награда путнику! В летней площадке в Армении парковки нет, не встречают. Ты что, дорогой, дороги сам не знаешь, да? Стекла не моем, не умеем. Меню почти не знаем, ты что, читать не умеешь сам, да? На каприз, дорогой, можем и нервничать. Кавказ, кровь горячая, да, понимаешь? Кушать можешь много, да? Отбивной есть, жаркой есть, тортик есть. Но вчера был, сегодня нет. Готовим не очень вкусно, но за деньги. Да, и сдачу возьми, да? Извини, что из руки мелочь насыплю, а не на подносе. Нет подноса, кончились. Мне приятно вам сообщить, что единственный в Киеве джазовый и очень популярный ресторан «Диксилент» 7 июля празднует свою 4-ю годовщину. Да и вся программа праздника составлена тоже из 4 частей, среди которых и фуршет, и презентация новых блюд, и открытие профессионального фотосалона, поднимающего тему «Ню» в новом джазовом формате. Открытие состоится 7 июля в 20 часов по адресу улица Кирилла Мефодиевская, 14/2, ресторан «Диксилент». Хотя истинные ценители джазовой культуры этот адрес хорошо знают. Вот уже 4 года элитный ресторан «Диксилент», известный далеко за пределами Киева, в своих стенах дарит гостям неповторимое наслаждение от джаза, высокой французской кухни и элитных вин. Слава о закуске «Гроздь черри» с козьим сыром на крутонах среди гурманов распространилась мгновенно, и блюдо стало хитом. А вот ребра ягненка «Ля Рошель» под соусом из меда диких пчел и розмарина выполнены на высочайшем художественном уровне. Тонкий вкус нежного мяса непередаваем. Скажу только, что шеф-повар в «Диксиленде» умеет творить чудеса. Даже для рыбы клыкач он придумал соус необычный более чем из сирени и шампанского. Все это есть в меню ресторана «Диксилент». И все это можно отведать, сидя на уютной летней площадке. А самые интересные и эксклюзивные блюда будут приготовлены, конечно же, к празднику, в день рождения «Диксиленда». Эдем на Узвозе – это не рай на спуске. Лучшее место в кафе – столик за углом и прилегающее к нему. Оттуда взору клиента открывается прекрасная панорама таинства кухни с кастрюлями, баняками и ящиками, на которых занимается своими делами бабушка Божия Дуванчик, сотрудница, видимо. Официантка любезно принесет меню, посоветует. Тут тебе и форель, и печень, и десерт «Черные очи». А тортик, спросите вы, а тортик и здесь закончился. И не просите счет без нашатыря в кармане, при этом слове здесь. Если у официантов предобморочное состояние, будьте милосердны к людям. Так учит Библия. Мир вам. Аминь. Возможно, вы узнали это живописное место, где я сейчас нахожусь. Так или иначе, а секрет будет открыт в сюжете под названием «Любимец публики». Нам же остается наградить лучшее, по мнению ревизора, заведение призом от торговой марки чая «Царский». И напомнить, что юридическую поддержку программе «Встретимся вечером» и ревизору оказывает консалтинговая группа «Финансы и право».
Программа снимается при поддержке торговой марки чая «Царский». «Царский чай» – крепкое наслаждение. Несмотря, а вернее благодаря очаровательной наивности официантки, ревизору больше всех понравилось кафе-бар Black Orange – черный апельсин. Если же говорить серьезно, то в этом заведении, что на улице Сагайдачного, и впрямь стильный интерьер, прекрасная кухня, оригинально оформленное меню и очень много людей. А значит, у кафе-бара отличные перспективы. Ведь открылся Black Orange всего полгода назад и уже столь уверенно заявляет о себе. Победу коллектив наверняка отпразднует дружным чаепитием. Пейте и прямо разгони печаль, тоску. Царского попей чайку. Киевлян, да и гостей столицы, кто умеет ценить сервис, кухню, комфорт и всевозможные деликатесы, спокойно можно разделить на три категории. Те, кто был в ресторане «Хуторок» хоть однажды, те, кто посещает ресторан регулярно, и те, кто мечтает хотя бы раз побывать здесь. Любимцем публики «Хуторок» стал сразу и навсегда. Однако тех, кому надоедает сидеть за столиком, пусть и на воде, а хочется отправиться в настоящее романтическое путешествие, у причала «Хуторка» ожидает удивительное водное дополнение. Уже совсем плавучий и передвижной настоящий корабль «Чайка», он же салон-ресторан. Именно здесь и начинается симфония романтического дня или вечера, уж кому как удобнее. Ведь первый рейс «Чайки» в большой, так сказать, Днепр начинается в 14 часов. Гудки и плавучий ресторан, быстро набирая скорость, отправляется вниз по древней реке. Легко, плавно, красиво, так же, как полет чайки, всегда свободной и красивой птицы. И пока за кормой волны и стонут, и плачут, и бьются о борт корабля, на чайке вовсю бурлит жизнь, ведь время идет к обеду, а значит, вас ждут солености бочковые, помидоры, оливки и пармезан, красная икра и непременно французская белая шабли премьер крю. Это что касается закусок. А под приятную или даже деловую беседу, да и хотя бы чтение нот, как говорится, с листа, органично вписывается умопомрачительная окрошечка. Лосось в белом соусе с икрой, брокколи в соусе горчичном и жареная корейка, возле которой рис с овощами является идеальным гарниром. И, конечно же, вдвойне приятно, когда эти кулинарные произведения искусства вам подаст сам шеф-повар «Чайки», или, правильнее, шеф-кок Богдан, профессиональным кредо которого является не украшение блюда, а его вкус, что вполне удается коку даже на небольшом корабельном камбузе. «Чайка» летит по Днепру. На борт берет до 30 пассажиров, но столик все же лучше бронировать заранее. Тогда вы гарантированно отведаете, опять же, французского красного «Шатоне Дюпа». Познакомитесь и с разнообразным вечерним меню, среди которого и рыбный деликатес. А словами здесь не бросаются, это действительно деликатес. Овощная нарезка, икра черная, заморская, форель радужная, жареная на гриле с овощами, курица в неподражаемом остром соусе и много других великолепных блюд, которые придадут любому вечеру приятное дополнение. Если же волна высока, или бриз вечерней реки слишком вольно обращается с прической вашей спутницы, внизу есть также прекрасный уютный зал и, естественно, бар, интерьер которого, как и весь корабль, выполнен в романтическом стиле 60-х, где старые фото нестареющих кадиллаков придадут смелости любому джентльмену, чтобы сказать любимой, возможно, самое главное именно в этот вечер на «Чайке», прекрасный и стремительный ход которой так же легок и свободен, как полет парящий над водой всегда свободной птицы. Ну что ж, а мне остается лишь напомнить, что любимец публики – плавучий ресторан «Чайка» каждый день в 2 часа и каждый вечер в 8 часов отправляется в незабываемое путешествие по Днепру. Здесь красиво, здесь вкусно и, наконец, здесь просто здорово. Пользуйтесь летом, ведь оно такое короткое. Прощаюсь. Желаю вам приятных вечеров. И мы обязательно встретимся вечером. Непременно в ресторане «Чайка».